А, закрыт. Ладно, сейчас найдем где-нибудь. Да, здесь. Это вообще прикольная будка такая, смотрите. Да, очень классно. Это мода итальяно. Да, мода итальяно, товаро. Так это мы так и заходили отсюда. Туркиано. Откуда заходили? Мы отсюда заходили на эту границу. Да? Да. То есть мы уже здесь, вот центр. Ну, в принципе, да, это центр вот этот. Мы... Вот этот магазин я видел. Вот. Ты его видел уже? Это, да. Ага. Мы с тобой так. Пойдем посмотрим. Ну, смотрите, друзья, сколько разного товара. Цены, к сожалению, не написаны. Не, ну я не думаю, что это итальяно на самом деле. Это естественно. Прада за 50 евро. Да, да. Это вот, это реально итальяно, вот как вы видите. Поэтому я не думаю, что сюда заходить вообще стоит. Бутик-отель. Здесь бутик-отель даже, все вместе и отель, и бутик. Так, ну пойдем тогда. Друзья, заходить в этот магазин не буду, но чтобы вы понимали, я уже до этого видео снимал так по дорожке. Там сумки стоят 35 евро, 16 евро, если маленькая сумка. Там разных брендов, этот Марк Якобс, кажется. Как Марк Якобс это, да? Майкл Корс. Ой, Майкл Корс, да, Майкл Корс. Там Армани, Прада, вон видите, Луишка, Луи Виттон, естественно. В общем, все вот эти вот такие сумочки стоят 35, 40, 30 евро. Маленькие стоят 15 евро, 10 даже там евро. Вот разные одежда, джинсы. То есть все по таким, если сравнивать с их натуральными вещами, брендами, которые стоят 200 евро, то это все в 10 раз дешевле получается, 200-300 евро. Ну так, я грубо сейчас просто, в общем, считаю. Вот, поэтому такие вот вещи здесь. Вон очень много, видите, футболок разных, по 10 евро, по 5 евро, по 6 евро. Получается, мы как бы в этом центре и находимся, который разделяет и ту сторону. А вот еще джуз, а, ну это уже не тот джуз, если я не ошибаюсь. Это левый какой-то джуз, да. Это вот этот, типа, ну да, это не то. Это я не хочу такую штуку пить. Так, пойдем. Я даже не знаю, куда здесь еще пойти, в какую сторону. Вот, видите, пожалуйста, вот. Корио Армани. 5 штук за 10 евро. То есть вы понимаете, да? Друзья, цены. Вон Келвин Клайн, он Армани и все вместе. Надо брать. Надо запасаться. Надо через границу перевести и там продать. Да. Прямо около на границе стать. Товар вывесить с собой. Типа вам не надо пересекать границу, вы можете взять все здесь. Вот. Так что вот такие. А, все, мы уже к границе подошли. Подожди тогда, мы еще не будем границы спешить. Давай прогуляемся. Не-не, туда нельзя. Там этот, там закрыто. Там снимать нельзя, я же говорю. А что, мы уже все прогуляли? Ну сейчас посмотрим, мы еще не все прогуляли. Мы так с этой стороны прошли. Вот здесь карта тоже. Друзья, мы с обратно к границе подошли, оказывается. Пойдем, мы просто пошли прямо. Сейчас пойдем налево прогуляемся и все. Мы налево и ходили. Смотри. Мы вот здесь заходили, мы вот так вот шли сюда, ага. Потом мы вот так вот шли сюда, 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 вот так, и потом вот так опять пришли. Пойдем. Надо сходить, но наоборот, сейчас направо надо. Направо? Ну пойдем направо тогда. Ну направо там выход закрыть, там нету направо. То есть направо сюда, сюда, направо сюда, да, пойдем. Тут видите, это все продается на границе получается. Вот ты границу перешел, и сразу можешь себе взять товарчика накупиться. Просто я думаю, может быть, здесь чуть больше погулять, чтобы здесь проголодаться, покушать. Вот. Мы, когда вернемся, уже там проголодаемся. Хотя, в принципе, разницы нету, что там, что здесь, по большому счету. Но здесь все-таки, я думаю, вкуснее будет мясо. Халяйна. И там еще айранчик такой есть. А вот айранчик, это очень хорошо.
А здесь все есть, вон тигр, тайгер. А, тут мы были. Пойдем в эту. Пойдем вот так, может, потом направо. Пойдем. Получается, он как бы не такой уж и большой, этот городок. Ну, с этой стороны турецкого он не очень. Так, если на карту смотреть, он и с той стороны не очень большой. Ну, приблизительно одинаковый. Да. Вон, пожалуйста, даже Бриони здесь есть. Представляешь? Даже Бриони у них есть. Они даже превзошли самих себя. Они даже могут назвать и написать. Они все могут написать. Популярным будет. Да, да, да. Да, друзья. Когда вы увидите на турецких рынках, когда вы увидите на турецких рынках вон Hugo Boss, надпись на футболках Anzor TV, знаете, что значит, я уже стал популярным. Что наконец-таки, что я уже приближаюсь к солнечной Калифорнии, примерно так. Вот, но так как пока я таких надписей не вижу, это говорит о том, что до солнечной Калифорнии мы еще не очень близко. Что нам еще ехать. Вот видишь, костюмчики, брюки. Вот сумки, пожалуйста, любые. Dolce & Gabbana. Вот, все, что хочешь. Да, мы пришли, да, там стена, там дальше нельзя, граница идет. Ну да. Просто мы прошли вот так и туда. А мы сейчас вот тут вот пройдем. По крайней мере, посмотрим. Не, вот туда. Ой, какая жара. Ничего себе, это сдается, что ли, велосипед, смотри. Продается. А, продается, то есть? Старье. Что, древний? 59-го года, да? 53-го года велосипед. Вообще прикольно. С какой еще этой фарой? Серьезно. Это такие, как сиденья. Ну, выглядит он. Удобный сиденье. Да, да, сиденье, какое классное. Смотри, сзади, как раньше вот эти вот были, ну. Вот эта тема нормальная. А то сейчас последнее время делают эти сиденья вот такие вот. Для кого они их делают, я просто не хочу говорить. Это. Ну, вот здесь тоже такое, видите. Это, правда, уже поновее, скажем так, но тоже тех времен. Все продается, все. Вот какие-то вот эти вещи, вот это что такое, я даже не знаю. Миян, 1 килограмм 20 евро стоит. Вот смотрите, здесь, а, это не орехи, это какие-то, что же это, своеобразные такие орехи, 15 евро стоит. Да, чего только нет. Чего только нет. Это вот этот рынок, этот торговый, культурный центр это. Мы сейчас пойдем в ту сторону. Прокат автомобиля или стоянка? Так, ладно, друзья, мне кажется, на самом деле мы здесь уже так неплохо прошлись, и по-любому в этот центр мы уже все прошли. Также я заснял не только центр, но и окраины этого города. Поэтому смотрите anzor.tv, эти все видео, даст Бог, я выложу в раздел, как вы понимаете, в раздел Кипр. Вот, мы сейчас находимся на турецкой стороне этого острова. Вот там уже дальше были, поэтому смысла нет туда идти. Что ж, пока все. Смотрите Anzor TV, двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию.